Всем привет! Сегодняшнее видео я начинаю с рубрики «Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей». Я получила вот такую вот шикарную посылочку от Мариши А. Заходите на ее канал. У нее есть очень много чего интересного. И косметика, и вышивание, и пустые баночки. Она все очень интересно показывает, а также и рассказывает. Ну, начну я с того, что здесь было, во-первых, письмо. Девочки, сегодняшнее время, я не буду вам его зачитывать, но это очень приятно получить письмо в письменном виде, а не так мы привыкли, да, в электронной форме, в Instagram, YouTube и так далее. Очень приятно. Огромное тебе спасибо. Давайте начнем по порядку. Во-первых, я заказала вот такой вот гель для душа. Avon Senses, увлажняющий, пробуждающий цитровый заряд, сочный грейпфрут и мандарин. Гель для душа. Девочки, какой он симпатичен. Смотрите, 250 мл. Я даже не знаю, или у нас в стране продаются гели вот такого размера. То есть, у нас самый минимальный где-то 400, потом 700 и так далее. Запах у этого геля обалденный. Даже больше пахнет грейпфрутом. Такая приятная горчинка. У меня аж слюнки потекли. Такая прелесть. Кстати говоря, эти крышки здесь очень классно закрываются. То есть, я еле-еле их открыла для того, чтобы понюхать запах. Очень хорошо закрывается. Так что, если вы будете пересылать кому-то в посылках, ничего никуда не растечется. И второй. Также крем-гель для душа. Это уже коктейльная коллекция. Фруктовая маргарита с ароматом апельсина и персика. И также тут написано с витаминным комплексом. Тут также 250 мл, девочки, но это уже слаще. То есть, если грейпфрут немножко горчит, причем горчит приятно, вкусно, так этот сладковатый. Очень классно, буду пользоваться с удовольствием. Следующий вот такой вот продукт. Для лица увлажняющий алоэ и хлопок. Лосьон спрей для лица 100 мл. Девочки, новые мне. Тут еще ничего так написано, да, на прозрачной баночке. То есть есть еще темные буквы. То есть плюс-минус можно еще почитать, что как применять и что там содержится. По сравнению вот с вот этим, там мне написали белыми буквами на белой бутылочке, то я хочу сказать, даже у тех, у кого хорошо со зрением, тяжело прочитать. Но это сочный гранат и манго. Лосьон спрей для тела освежающий. Я их также понюхала. Запахи очень приятные. Буду пробовать. Вот такими спреями я еще ни разу не пользовалась. Вообще фирмой Avon, кроме помад, у меня ничего не было. То есть это будет для меня впервые. Следующим у нас идут вот таких вот два продукта. С линейки Planet Spa. Treasures of the Desert. Богатство пустыни. Нам это очень подходит, так как мы живем в пустыне. И это у нас маска очищающая. А это у нас очищающее средство для лица. То есть, я так понимаю, восстанавливающее и очищающее средство для лица. То есть, это как умывалка. Я вижу, в ней такие есть интересные вкрапления. Два тюбика по 75 миллилитров. Такая вот красота. Девочки, само оформление и даже тюбики такие гладенькие, такие приятненькие. Просто красота. Буду пользоваться с удовольствием. Ну, давайте уже продолжим с продуктами от Avon. Это тенюшки. Четверочка тенюшек. Посмотрите, как красиво все оформлено. В черненькой коробочке. Так все классненько. И это у нас название Moonlit Mau. Вот, девочки, я не знаю, или это номер продукта F191218, но вижу вот название, все-таки Moonlit Mau, и здесь 5 грамм. Девочки, какие легкие упаковочки, посмотрите, тут как красиво, да, написано Avon, прям выбито, не написано, а выбито. Они такие легкие, это такая прелесть брать с собой в поездки, но это вообще, посмотрите, какая красота. Кто может перед этой красотой устоять? Давайте, наверное, закроем зеркальце. Смотрите, тут даже написано, как, что наносить. Вот такой вот небольшой спонжик идет. Тут более кругленький, тот остренький. Для тех, кто любит
использовать спонжи. Девочки, ну как вот такую вот красоту можно тестить? Мне прям даже жалко до нее дотрагиваться. Она такая красивая. Мариша, огромное спасибо. Ты так угадала с цветами. Я говорю, я бы, если бы я сама выбирала, я бы не смогла найти, да, вот настолько красивые тенюшки. Боже, все тенюшки сатиновые. Просто обалденные. Не знаю, как можно... Ну, давайте попробуем. Ой, они такие нежные, они такие мягенькие. Боже, какая красота. Смотрите, вот этот цвет, наверное, чуть-чуть поярче сделаем. Давайте вот тут, наверное. Ой, какая красота. Нежные-нежные. А вот этот вот даже, по-моему, номер 3, он даже доохромный. Очень красиво. Я еле-еле дотронулась. Давайте сделаем чуть-чуть поярче. Ух ты. Смотрите, какая красота. И вот этот вот четверочка, непонятно, такой красивый цвет. То ли он сероватый, то ли он немного синеватый. Очень красивый. Такое мелкое-мелкое в нем мерцание. Очень красивые тенюшки. Я хочу сказать, что это отличная поездка, палетка для поездки. Потому что здесь можно сделать как светлый, так и, да, как дневной, так и вечерний макияж. Я думаю, что это просто бомба-ракета. И опять же, так же, как я говорю, из-за того, что она очень-очень легкая, сама по себе упаковка, это будет просто шикарный вариант для поездок. Следующим в посылке я обнаружила карандашики для глаз. Это с линейки Avon True Color. Glimmer Stick Diamond Eyeliner. Это бриллиантовые лайнеры для глаз. И первый у нас в цвете Emerald Gold. Бирюзово. Я даже скажу, наверное, изумрудный. Emerald Glow. А ну-ка. Emerald Glow. Изумрудное сияние. Обалдеть, какая красота. Даже вот все вот эти буковки, они все сияют. Карандаш хорошо, плотно закрывается. Давайте, наверное, вот тут возле теней и нарисуем. Вау, какая красота. Девочки, пробую все впервые с вами. Смотрите, какой красивый цвет. Обалдеть. Также вот такой вот. Вот и реально, что изумрудный, и в нем такая красивая-красивая блестиночка идет. Но он очень мягкий, он еле-еле дотрагиваешься, и он уже рисует. Обалдеть! Я обожаю делать глаза цветными карандашиками, поэтому буду пользоваться с удовольствием. Еще один карандашик с этой же линейки, но уже в названии Smoky Diamond, также, да, Smoky Бриллиант. Какая красота! Я балдею, девочки. Реально балдею. Давайте вот так же тут рядышком. Ух ты! Вот такого у меня нету. Не зеленого и не вот такой серый. Smoky Diamond. Смотрите, какая красота. Также еле-еле-еле дотрагиваешься, и он уже рисует. То есть они очень-очень мягкие карандаши. Ну и как любителю помад, я так понимаю, подарок не обошелся и без помады. В линейке Mark Nude Eclipse. Девочки, вот в такой шикарной упаковке. Посмотрите, как она блестит. Сама по себе. Смотрите, какая там в ней блестинка. Какая красота. Сам футляр просто бомба-ракета. Nude Eclipse. Не знаю, как эти цвета называются на русском. Читаю вам только английские названия. Вот такая вот красота. Ух ты, тут написано Mark. Как красиво. У помады есть такой еле-еле легкий запах, но такой приятный запах. Давайте, наверное, вот тут. Вау, какая она кремовая. Смотрите, еле-еле дотрагиваешься, и она уже рисует. Такой вот красиво, нюдово. Я бы сказала, немножко персиковый. Очень красивый цвет. Я люблю такие цвета. Мариша, огромное тебе спасибо. Я в великом-великом восторге. Огромнейшем восторге. Я не знаю, какие слова подобрать. Я говорю,
Уже прошло несколько дней, как я получила эту посылку, а я до сих пор не могу успокоиться. Смотрите, вот на саму помаду, вот прям видно вот этот вот перелив. Смотрите, какая красота. Как оно сияет. Я обожаю помады-блескучки. Для меня это вообще шикарнейший-пришикарнейший подарок. Еще один подарочек от фирмы Avon Mark. Это лак в названии Диамант, Бриллиант. Вот так вот он выглядит. Nail Style Studio Mark 10 мл. Девочки, он очень красивый. Diamond, Бриллиант. Смотрите, какой у него перелив. И я не выдержала, и я его сразу нанесла сверху, поверх своего даже лака. И, тем не менее, он выглядит замечательно. Единственное, что он шершавый. То есть, для тех, кто не любит шершавые лаки, нужно сверху покрывать топом. В один слой он дает плотное покрытие. Очень красивый. И, девочки, он сохнет моментально. Лично у меня он высох за секунду. Вот это все подарочки, которые были от фирмы Avon. Но это еще не все. Теперь мы переходим к другим подарочкам. Первый шикарнейший подарочек – это был магнитик. Смотрите, какой он 3D. Очень красивый. Также его не открывала без вас. Повешу его на дверь в мою комнату. У меня комната безопасности, поэтому она железная, и на нее магнитятся магниты. Следующим были две гигиенички от фирмы Dolce Milk. Один из них бальзам для губ молочко и земляника, а второй бальзам для губ шоколадное молоко или молоко и шоколад. Две сразу открывать не хочу, смотрите, они как они запаяны, так как двумя сразу не попользуешься. Поэтому давайте, наверное, откроем вот эту шоколадку. В этих бальзамчиках 4 мл. Еле открыла, честное слово, так хорошо запаяно. Он белого цвета, прозрачный. Но да, девочки, есть вот такой вот молочно-шоколадный запах. Когда я его попробую, обязательно вам расскажу о своих впечатлениях в пустых баночках или вообще в моих проектах. Но пока что запах у него такой, что прям, ну, хочется скушать. Мариша, зная мою любовь к проектам, прислала мне маски от Космия. Ничего не пробовала. Будем вот пробовать. Маска для лица, которая матирует лицо против морщинок. Тут двойное действие. Увлажняет и питает. И еще одна. Также двойное действие. Это у нас матирует и регулирует себум. Очень интересно. Девочки, ничего от этой фирмы также не пробовала, ни Космия. И вот эти вот две маски вот реально интересные. Еще две масочки от фирмы Виленда. Девочки, от этой фирмы ничего не пробовала. Слышала о них много всего и на YouTube, и на Instagram. Очень хотелось попробовать, но у нас, к сожалению, они не продаются. Поэтому теперь у меня будет возможность, благодаря Марише, попробовать. Первая масочка – это жемчуг, увлажняющая против морщин с жемчужной пудрой. Очень интересно. Экспресс уход за кожей 30+. И вторая – фруктовые кислоты, маска омолаживающая с эффектом пилинга с фруктовыми кислотами для всех типов кожи. Маска на каждый день. Вот это интересно с кислотами. У меня никогда раньше не было маски с кислотами. Будем пробовать. Как бы мне так все вместить в кадр, чтобы вам было все видно. И еще один огромнейший сюрприз. Также масочки от Виленды. Кстати говоря, вот эти вот цветные я видела, а вот таких черненьких нет. Поэтому для меня это вообще был сюрприз сюрпризом. Но Мариша мне положила не одну маску, девочки, а по одной маске на каждый день. То есть реально, если кто-то хочет устроить себе такое спа-уход с масочками ежедневным, это просто круто. И первая масочка у меня «Правильное воскресенье». Вот тут все описано. Бодрый понедельник. Девочки, у нас должно быть бодрым воскресенье, так как у нас рабочая неделя начинается с воскресенья. Позитивный вторник.
Для нас это реально позитив. Прошло уже полнедели рабочей. Легкая среда. Хотелось бы, хотя у меня 12-часовой рабочий день. Активный четверг. Самый короткий мой рабочий день. Поэтому бегаем по магазинам, закупаемся конец недели. И зажигательная пятница. Ну, обычно мы отдыхаем. После рабочей недели это мой выходной. И романтическая суббота. Обалдеть. Мариша, огромнейшее тебе спасибо. Я просто... У меня нет слов. Как говорят, no comments. Одни эмоции. Я довольна, как слон. Реально, как слон. И это еще не все. Десерт десертов. Шоколадки. Одна Аленушка и вторая Белочка. Девочки, дети мои хотели уже их скушать, но я им не дала. Сказала, пока мы не заснимем ролик, шоколадку мы не кушаем. Теперь, когда я все засняла, конечно, они получат по шоколадке. Вот такая вот была у меня посылка-сюрприз от Мариши А. От Мариши А. И ссылку на канал обязательно оставлю под моим роликом. Пожалуйста, заходите на ее канал. У нее много чего интересного. Баночки, рассказы, вышивка. Отличный, отличный блогер и шикарнейший человек. Давайте еще раз посмотрим на сводчики. Тенюшек, карандашиков и шикарнейшей помады. И, девочки, это еще не все. Мариша также не забыла и о Лере. Forever Addict. И вот этот пакетик для нее. Но я вам не покажу, что здесь. Заходите на канал Клери Forever Addict, и вы уже посмотрите это на ее канале. А на этом я со всеми прощаюсь. До новых встреч. Пишите, пожалуйста, в комментариях, что с этих продуктов вы уже пробовали, что бы вы хотели попробовать. И, пожалуйста, напишите мне, как пользоваться спреями для тела и для лица, так как для меня это реальная новинка.